Скажи, пожалуйста, а вот РАДС – это что такое? Когда-то давно я увлекался творческим Толкина, и потом начал что-то придумывать свое такое, ну, какой-то свой мир такой фантазийный, и там были такие существа, рхатцы, я их так называл. А потом, когда я регистрировался на DeviantArt, ну, просто взял себе такой ник. А, то есть это не аббревиатура? Нет, не аббревиатура. Сочетание букв, которое как-то редко и легко гуглится. И тебе нравится. А ты сейчас дома или на работе? Дома. А, прекрасно. На Дели уже что-то новое ваяет. Да. Скажи, пожалуйста, у тебя такие картинки очень позитивные. Наверное, девочкам очень нравится. Не только девочкам, так. Если по статистике смотреть, примерно 50 на 50, там... А это твой принцип, что картины такие вот, они у тебя вроде бы философские, а вроде бы они все время такие, ну, я бы сказал, милые. Ты не раздумываешь о человеческих страданиях, а о том, что дети в Африке голодают? Ну, думать об этом постоянно, наверное, было бы непросто. На самом деле, у меня когда-то, когда я начинал, у меня тоже вся вот эта мракота, которая сейчас полным-полно в интернете, она тоже присутствовала в работах, но со временем я как-то от этого отошел. То есть серости нам в жизни не так хватает, а хочется чего-то такого яркого, броского, запоминающегося. Вот я как-то со временем стал вот работать в этой таком вот направлении, в жанре. Много китов. Да не так много, на самом деле. Сейчас я уже отошел от этого. Ну, была просто какая-то такая как струя, наверное, в которую я попал с этими китами, на которых я так немножко выехал. То есть многим это пришлось по вкусу. Я сделал там 5, по-моему, работ, в которых были киты. Собственно, все. Я их больше уже, наверное, сколько, года два не рисую. Вот для тебя что такое искусство? Искусство – это, наверное, способность творчески выражать как-то свои мысли, свои идеи, реализовывать их. То есть искусство – это свобода выражения, способ выражения своих мыслей. То есть это не относится к тому, что тебя обязательно должны охаживать там 15 галеристов и 15 продюсеров? Просто цифровая живопись – это такое явление современное, как дитя прогресса, наверное. Люди нашего поколения, молодого, то есть они ищут какие-то новые способы реализации с помощью новых же технических средств, и как бы время дает такую возможность. Да, но ты понимаешь, ты образованный в искусстве человек, ты закончил профильный даже... ты профессиональный художник, и ты знаком с историей живописи, там, с историей графики и прочего. Что нового вы можете сделать, если... Собственно говоря, уже все сделано до вас просто другими средствами. Понимаешь, уже был и Бичинский, и куча сюрреалистов, и куча всего. И весь Арнуво, и весь Арт-деко, весь Серебряный век, русский авангард. А вы на этом всем, кто знает, базируетесь. Окей. А что дальше? Вы хорошо. Сейчас вы все это повторите для себя уже в цифре. А дальше? Время покажет, куда это все приведет. То есть новые средства, они дают новые какие-то способы именно вот воплощения идей. Тот же Photoshop – это огромный такой набор инструментов, которых нету в реальной жизни. То есть та же какая-нибудь там, грубо говоря, мягкая кисть, которой можно просто огромные пространства замахивать нужного тебе цвета. То есть в реальной жизни это можно сделать, наверное, только какой-нибудь airbrush, аэрографом, но это будет все равно не то. Плюс возможность там масштабировать. Ну, это уже технические нюансы, но
Это все новые средства, которых нет в традиционной живописи. Рано или поздно это все равно выведет во что-то свое, в новое, то, чего не сможет традиционная живопись. Ну ты же еще сам музыкант, да? Ты, значит, у тебя так, сильно... музыкант. Я любитель, я не профессионал, я не учился нигде. Послушай, ну в записи все звучит прекрасно. А, ты любишь музыку, ты сам знаешь, как ее играть, как ее записывать. А, значит ли это, что у тебя картины очень сильно завязаны на музыкальных образах? В процессе прослушивания может что-то родиться в голове. А, ну и вообще... Я часто свои работы ассоциирую с какой-то песней конкретной. У меня раньше было вообще так, что я мог несколько часов просто под одну песню рисовать себе. Но настолько потом въедается в мозг, если я слушаю эту песню, я вспоминаю свою работу, которую я рисовал в этот момент. Или я смотрю на эту работу, у меня сразу в голове начинает играть эта песня. А ты их технически никак не связываешь между собой? Например, там не встраиваешь в файл? А, ну, такого еще нет, конечно. У меня была идея когда-то, то есть я... Когда делал выставку свою в Омске, я там играл в гитаре на открытии. Аналогичных авторов кого-то котируешь? Из местных это в каком смысле? Ну, в смысле из русских. Понятно, что у западных очень много хороших там ребят, а меня наши интересуют. Да, у нас тоже много художников. Я просто сейчас, может быть, кучу имен не назову. Первый, который приходит мне в голову, это вот Алексей Андреев. Ну, тоже Сурнов. Очень много у него работ крутых, прямо по тону. В первую очередь я вот смотрю и сразу вижу, что работы сделаны правильно по тону. То есть они пышут каким-то таким реализмом, что ли. Кто еще? На самом деле много художников. Скажи, пожалуйста, а вот люди, которые делают какие-то 3D-вещи, потом они натягивают на них какие-то скины, там,
вот это тебе не близко? Ну, я от 3D довольно далек. То есть я что-то умею делать там, чисто по работе надо. Ну, люди делают работы, там бывают крутые, прям очень. А может, новая скульптура? Да, может быть, конечно, там люди в ZBrush такое делают, это просто. А погоди, ты упомянул работу. А где ты работаешь вообще? Что такое твоя работа? Сейчас я живу в Петербурге, работаю в компании Wargaming на проекте «Корабли». А это что, русская компания? Ну, белорусская, вообще-то. Студия, которая делает корабли, находится в Петербурге. А почему ты не выкладываешь никогда свои корабли? Ну, почему? У меня было ВКонтакте что-то там, я выкладывал. А в основном все идет на сайт игры, на портал, так называемый. Там они, правда, никак не подписаны, это все-таки собственность компании. Послушай, ну, по-моему, люди дико фанатеют от таких игрушек. А тебе не хочется иногда взять, натянуть холст? Сам процесс именно подготовки к этому, особенно вот натягивание холстов, это вот когда он натянется, он ровный, белый, стоит чистый, загрунтованный, это прям он вдохновляет. А ты жил в Омске. Сейчас какая ситуация? Родился раньше гений в Омске, да? И, в принципе, у него дальше как-то не было особо ходов. Надо было обязательно ехать в Москву, обязательно то, обязательно все, какие-то танцы традиционные исполнять, и после чего там как-то вот может выползти, может быть не выползти. Сейчас с этим легче? Ну вообще, да, есть такая проблема в провинции. Я вот работал там в студии, но это, считаю, за большое счастье попасть в какую-то такую студию разработки. Очень мало мест таких, они все забиты, туда не попадешь, то есть там уже есть какой-то сложившийся состав и художников, и программистов. И поэтому выбор один – ехать куда-то в Москву, в Питер, в Екатеринбург. Ну, то есть такие самые крупные города, где эта инфраструктура более развита. А что, а интернет? В этом плане, конечно, сейчас намного проще, чем раньше. Ты рисуешь, потом выкладываешь. Если уровень какой-то достойный уже, то тебя заметят, так или иначе. То есть у меня было примерно так. Огромное количество достаточно однообразного подхода, разнообразных решений, однообразных идей. Uh-huh. Да? То есть, если это концепт арт, это что-то потрясающее, какие-то замки и драконы, и маленькие люди для масштабирования. Если это герои, то это какие-то рогатые женщины и лягушки. Значит, если воины, тоже определенные. И, собственно говоря, круг сюжетов крайне мал. Они просто отрабатываются вот бесконечно одни и те же разнообразные ландшафты, но очень однообразные, и такие же герои. Куда будет это все двигаться, или это все сожрет само себя в тоске? Я думаю, что это диктовка времени. Сейчас просто много игр таких вот, которые требуют вот этих вот концептов с замками. В фильмах тоже это как бы востребовано. То есть быстро набросать какую-то локацию, какую-то идею. Люди просто смотрят, видят, пытаются повторить. И, возможно, от этого идет какая-то волна такая однообразных работ. Сам на ArtStation тоже кажется достаточно однообразным. И поэтому, например, такие там ребята, как вы, там с тем же самым Андреевым, поляки, чехи, у них есть какая-то мысль, и она очень интересная, и у вас есть мысль. А вижу, что, например, более там западные или наоборот более восточные, как наши китайские друзья, они в технологию очень круто как бы вписываются, но идей каких-то, которые вот цепляли бы, очень мало. Там какой-то такой галимый профессионализм, драмы нет, драматургии нет внутренней у работ. У вас есть драматургия, там есть мысль, есть, будем громко это называть, некая философия, окей.
и вы ее как-то выражаете. А вот большинство... И, кстати, я вижу наших соотечественников, ну, типа Колесова, да, там, правильно я произношу, Сергей, да, Колесов, который в Лионе работает. Понимаешь, они все с мыслью. Это очень интересно, я не могу понять, почему именно наши предпочитают мысль, а все остальные предпочитают технологию. Опять же, это может быть заложено как-то в менталитете, в том, что они такие прям страдающие, сострадающие всему миру. Книжек начитались. Может Спасибо тебе большое. Я буду надеяться, что мы в этот раз записались. И я с удовольствием слушаю твои гитарные переборы. Экзерцисы.